Дамы и господа, в каком бы жанре музыки вы не решили попробовать свои силы, если вы хотите стать вокалистом, вопрос дыхания является основополагающим для вас. И сегодня мы собрались для того, чтобы записать для вас краткий обучающий ролик, в котором собраны основные упражнения, которые помогут развить ваше дыхание и укрепить ваш голос. Для выполнения первого упражнения вам понадобится нос и пусто. Вы будете делать короткие вдохи через рот и короткие, но очень активные выдохи через нос, как бы выталкивая животом воздух из себя. Вот таким вот образом. Давайте еще разочек. Да. Обязательно соблюдайте число выдохов где-то в районе сотни. Вообще все упражнения, которые мы сегодня с вами будем делать, в среднем они должны быть где-то 100 повторений по количеству. Собой серию коротких вдохов через нос. Если в первом упражнении мы делаем выдохи, то в следующем упражнении мы делаем наоборот вдохи. И выдохи. Ваши выдохи должны производиться через рот, но они должны быть максимально тихими. Для выполнения следующего упражнения мы должны будем сначала сделать один глубокий вдох, во время которого мы поднимаем ручки вверх. Затем мы стараемся напрячь каждую мышцу тела. Есть нюанс, кроме горлышка. Горлышко мы не напрягаем. Напрягаем каждую мышцу тела, зажимаем ручки в кулачки, в попе зажимаем 2-евровую монеточку. Коленочки, пальчики на ногах, все держим зажатым. И начинаем производить спокойный, очень тонусный выдох, так как будто вы надуваете шарик. Вот таким вот образом. Продемонстрируйте. Итак, вдох может быть такой глубокий. Да. Поднимаем ручки вверх. Да, раскрываем ребрышки. Заполняем полностью весь корпус. И затем выдох. Да, как будто вы, да, с напряжением, как будто вы надуваете шарик. И старайтесь, пожалуйста, делать выдох в 2-3 раза, 4, у кого сколько хватит. Объема легких, да, длиннее, чем вдох. И затем, опять же, на вдохе мы опускаем ручки. Есть еще несколько маленьких упражнений, которые позволяют вам делать ваше дыхание более совершенным. В частности, очень странные протяжные буквы Р. Попробуем. Для тренировки дыхания воспроизводится следующим образом. Да, как будто вы притормаживаете лошадку. Этим звуком вы можете петь несколько ноточек, вы можете петь маленькие мелодии, либо тянуть одну длинную ноточку, как мы все сейчас. Упражнение несколько экзотическое, но оно очень хорошо помогает снять любые зажимы с области горлышка и с корня языка. Выполняется оно примерно вот так. Отлично. Давай еще раз. И.
Следующее упражнение – одна из модификаций знаменитого упражнения «Вакуум». Делается он примерно так. Мы выдыхаем одним длинным, хорошим выдохом, насыщенным, все, что есть у нас внутри. Закрываем ротик и носик. И затем начинаем постепенно втягивать в себя живот, не впуская воздух. Где-то от 3 до 10 повторений, сколько позволит вам ваш организм. Вот, они очень хорошо тренируют вот эту всю переднюю брюшную стеночку. Пожалуйста.